Ежегодно на всех рыбохозяйственных водоемах Казахстана проводится акция «Чистые водоемы». Она направлена на очистку берегов от скопившегося мусора и отходов, а также изъятие из воды браконьерских сетей. Инспекторы отметили, что их работа направлена на то, чтобы убрать препятствия для нереста рыбы. Эта акция направлена на очистку берегов от мусора и очистку водоемов от брошенных браконьерских сетей. При обнаружении бесхозных сетей мы их изымаем, потом комиссионно уничтожаем. А если при обнаружении правонарушителя на месте составляется протокол об административном правонарушении, и виновное лицо привлекается к ответственности. Вот. А за установку и рыболовство на сети предусмотрен штраф в размере 20 МРП. Инспекторы рыбоохраны заявили, что их усилий недостаточно. Население должно понимать свою ответственность за соблюдение экологических норм. После посещения пляжей и мест отдыха людям необходимо убрать и вывести за собой мусор. К нарушителям будут приниматься строгие меры административного воздействия. Наша цель – сохранить рыбные запасы в области. С начала года мы уже выявили более 100 правонарушений природоохранного законодательства. Изъято 1500 рыболовных сетей. Также есть факты их продажи в торговых точках, хотя законом запрещена реализация сетей из полимерных нитей. Отметим, что акция «Чистые водоемы» будет продолжена. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42.